Праздник начался с освящения нового иконостаса в Свято-Богоявленском храме. Его установили несколько дней назад. Обряд провел митрополит Донецкий, Мариупольский Иларион. Господи, Вседержителю Божий, Отец наш, Троице Святей славимый и поклоняемый. Были на мероприятии и руководители Донецка и области. За заслуги перед Православной Церковью митрополит вручил им награды. После того, как в Свято-Богоявленском храме осветили иконостас, прихожане переместились к Карловскому водохранилищу для того, чтобы начать крещенское купание. Владыка Иларион провел молебен и осветил прорубь. После этого всем желающим разрешили искупаться. Иван приехал на крещенское купание из Красноармейска. Окунулся в прорубь одним из первых. Первый раз в жизни попробовал и очень хочется еще раз попробовать. Руководители региона нырять в прорубь не стали. С праздником, с хорошим, добрым праздником, с очищением. И пусть с этим очищением уйдут невзгоды, беды. И пусть у нас будет с нами добро и здоровье. Что можно пожелать? Крепкого здоровья в первую очередь. Божьего благословения вам всем, терпения. И верьте в добро. Ожидают, что до конца дня Карловское водохранилище посетит около 10 тысяч человек. Купаться разрешат до тех пор, пока будут желающие. Екатерина Павлова, Василий Дмитриев, «Панорама».